Re, viss ēters ir te! Завтра во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, а днем с запада придет обширная облачная зона. Больше осадков ожидается в Курземе, меньше в Латгале. Ветер юго-западный, местами на побережье в порывах до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 10 градусов, на побережье до плюс 15. Утром и днем потеплеет до плюс 17, плюс 21, но после того, как небо затянется облаками, снова похолодает. В Риге ночью в первой половине дня возможен кратковременный дождь, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9 градусов, в течение дня повысится до плюс 20, ну а к вечеру опустится до плюс 14.